привет, сейчас будем делать пирог, покажу, как его делать. Берем сначала яички, ну, без разницы, какой категории, вообще не имеет значения. Разбиваем их в кастрюлю, аккуратненько. Теперь берем молоко, открываем молочко и наливаем немного молока в яйца. Сметана. Теперь добавляем сюда воду. Добавляем туда вот эту всю воду. Берем теперь либо вилку, либо венчик. И это все перемешиваем. Так, добавляем сюда соль. И добавляем туда сахар. Теперь сейчас это все перемешиваем. Должно быстро раствориться. Так, а сюда добавляем разрыхлитель теста. И немного соды, чтобы вкус был привычным. И теперь добавляем сюда муку. Теперь трем руку. Вот так вот потихонечку натираем как можно больше яблочек и вмешиваем туда в тесто. Так, теперь берем противень, такой для пирога, раскладываем там фольгу, берем наше тесто, шарлотку, и вот сюда вот аккуратненько выливаем. Включаем духовку на конвектор и ставим на 200 градусов. Добавляем туда наш пирог. Идет все хорошо. Так вот. И ждем. Теперь ждем полтора часа. Так, ну вот и все, смотрите, у нас пирог почти готов. Сейчас еще буквально 15-20 минут. Вытаскиваем его. И наша шикарная шарлоточка готова. Яблочный пирог. Спасибо вам за просмотр. С вас подписка и лайк. Пока-пока.